Так, вот гостиница, то есть кафе «Благодать», находится на трассе Тамбов-Пенза. Это вот охрана. Это гостиница «Благодати». Вот такая вот она. Сейчас мы и кругом пройдем. Это стоянка для автомобилей. В ночное время она платная. Здесь еще одна стоянка есть. Так, идем и смотрим дальше. Вот такая вот гостиница. Если вам гостиницы мало, есть гостевые домики. Как я понимаю, одноместный и двухместный. Вот эта территория тоже стоянка. В ночное время она платная. Это вот гостиница с обратной стороны. Двухэтажная. Здесь уже идут хозяйственные постройки. Неплохо, конечно, сделано. Все чистенько, аккуратненько. Зимой снег чистится. Летом, как я понимаю, здесь все подметается. Все идеально. Даже тузик свой есть. Вон он. Отдыхает тузик. Вон. Своего рода охранник. Подходить я к нему не буду. Здороваться вдруг у него что-нибудь. С мужичком не в порядке. Вот мы и обошли кругом. Люди здесь с удовольствием останавливаются, отдыхают. Без всяких проблем. Даже два туалета, как я понимаю. Один по старинке. Вот такой, кому нравится. Тузик, молчать. И второй вот. Такой вот туалет, даже с маркировкой, идите ее мать, я еще такого не видел, туалет с маркировкой, КМ-08-56, тут КМ-08-57, наверное, чем-то отличается. Небольшая зона отдыха, то есть можно посидеть, вечерком скоротать. Какой-то велосипедик классненький. Избушка на курьих ножках. Вот еще беседочка. Качели. Можно отдохнуть. Вот такие тут оленьки бегают. Ослики или ослы. Мангальчик, не знаю, пользуются им, не пользуются. Издалека, когда на деревья глянул, на эти, подумал, что живые. Подошел поближе. Нет, искусственные. Вот эти кусты настоящие. Фонарики все. Вот еще такое дерево. Похоже на живое. Вот. Вот. Дальнобойщики останавливаются. Люди не жалеют об этом. Вот такой вот мангальчик тут есть. Еще один. Вот ним явно пользуется. Наверное, денежку какую-то платишь и пользуешься. Вот такой вот оригинальный мангальчик.
сделан довольно-таки со вкусом, хорошо. Мишка запряженный у нас тут пиво с медом везет. Пенза, Тамбов. Мишка еще не истощал, все тащит. Вот. Так что проезжайте, не проезжайте мимо, останавливайтесь. Доход такой организации можно нести. Люди старались. Все очень хорошо.